сделано в России. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Тимур, компания Rubber Paint. Сегодня у нас для вас две долгожданных хороших новости. Во-первых, мы сделали небольшой ребрендинг наших баночек жидкой резины. Теперь этикетка идет по всему периметру. И этикетка, на мой взгляд, стала намного красивее и презентабельнее. И самая главная новость, вторая, это защитный эластичный лак для жидкой резины. Он защищает жидкую резину от бензина, от ультрафиолетовых лучей, от прочих щелочей. Вообще нейтрален к воде, не боится ни моек, никакой химии. И самое главное, придает прочность, и при желании всегда можно его снять. Rubber Paint. Лак будет поставляться в таких вот герметичных банках, так как мы очень много товара высылаем по стране, по России, и чтобы в транспортной компании никак не повредили упаковку, мы выбрали именно данный вариант. Лак будет матовый и глянцевый. Лак однокомпонентный, разбавляется только растворителем примерно 1:1. Наносится из обычного компрессорного пистолета. Советую дюзу где-то брать 1,4, давление 3-5 атмосфер. А теперь, друзья, мы покрасим машину. Машина будет Subaru Forester, предоставлена любезно нашими друзьями, партнерами, коллегами из Full Custom Garage. Будем красить в хамелеон от Rubber Paint золото-бордовый. Для этого мы взяли 2 литра черного как базу, 4 литра прозрачный, матовый, 4 колера. И поскольку мы еще сами не знаем, сколько нужно лака на автомобиль, каков расход, взяли с запасом 3 литра концентрата. Напомню, что жидкая резина разбавляется 2 литрами растворителя. То есть из 1 литра концентрата вы получите 3 литра готовой смеси, что очень экономично и выгодно и позволит вам сделать очень толстый крепкий слой. Ну что, погнали, посмотрим, что получится. Rubber Paint. Номер 1 в России. Съемное покрытие номер 1. We'll be right back.
Super Paint. Номер один в России. Paint.